Секрет успешного выступления на сцене теперь знают участники образовательно-оздоровительного проекта «Академия творчества». На итоговом арт-фестивале мальчишки и девчонки показали свои таланты. Отряды лаборатории представили творческие номера, пародии на известные телешоу, инсценировки любимых мультфильмов. Вячеслав Кирьянов из Краснодара рассказал, выступления каких отрядов запомнились ему больше всего. Седьмой отряд. Они придумали что-то новое, Простокваша, но у них было много музыкальных номеров, интересных, они танцевали. Очень хорошо играли персонажи из Простоквашино. Четвертый отряд тоже очень хорошо отыграли. У них было много танцев, они приготовили много декораций. Тоже молодцы. И шестой отряд. У них было приключение Айка на острове Смена. Тоже очень было интересно. В своих выступлениях сменовцы продемонстрировали все, чему научились на образовательных занятиях. Лиза Сагбатян из Анапы отлично прокачала навыки ораторского мастерства, нашла новых друзей и получила яркие впечатления от арт-фестиваля. Впечатления, они очень яркие. Я удивляюсь каждым отрядом по-своему. У одного ярче, у другого по-другому. Каждый отряд уникален. Мне очень нравится. В течение смены каждый участник проекта Академия творчества создаст свой навигатор личностного роста, а отряды откроют свою идеальную формулу успеха в искусстве.